Всем привет! Приехали перед сном посидеть в Starbucks, и вот мы сидим с Бахой, он снимает сейчас. Я вижу Костя проходит. Это вот Дима, короче, парень путешественник. Короче, чего у нас только на Брайтоне нет? Творческие девочки продают некоторые одежды, но она не по политическим соображениям, она просто чтобы делать деньги. Покажи. Но никто не покупает на Брайтоне георгиевские ленточки. Покажи. Брайтоне все георгиевские ленточки не покупают, потому что все проукраинские настроены. Им это нахуй не надо. А те, которые, которым надо, им Россия дает. Ну, российские организации. То есть получается, что клиентуры нет. Одним не надо, потому что проукраинские. А те, которые пророссийские, им дают на шары. То есть получается, там пару энтузиастов остается, а у нас такие, которые даже и за Россию, но они за Россию, но доллары не покрасят. Поэтому у нас сегодня только два продала, чисто ради бизнеса. Мы на том бизнес сделали. Ладно, я не об этом хочу поговорить. Я хочу о другом. Я хочу вот Костя. Костя, ты читал Джорда Суорси, «Сага о Форсайте»? Я читал у Суорси какую-то другую книжку, уже не помню какую. Это значит, что у него основная... Нобелевская премия лауреат 32-го года. Нет, ну такая, знаешь, какая у него основная идея? Там... Очень много написать. Нет, ну это ты говоришь, ты же очень грамотный человек. Нет, в Голсуорсе идея, которая, кажется, актуальна и сегодня, и будет актуальна и завтра. Достигнуть или понять? Вот его главная концепция. Что значит достигнуть? Мы живем в капиталистическом обществе, он тоже вам лучше. Достигнуть — это делать карьеру. Один бизнес, второй бизнес, третий бизнес, пятый бизнес, десятый. Карьера, служебная лестница, положение в обществе. Жизнь проходит. А понять — это наслаждаться жизнью. Он путешествует, наслаждается природой. Покажи пару картинок. Схожу с ума иногда. Что вам показать? Вот это называется понять. То есть понять — это слушать. В общем, у кого есть деньги, нету времени. Пожалуйста. Да, понять — это значит наслаждаться природой. У кого есть деньги, нету времени. У кого есть время, нету денег. Арбузов Дмитрий, дневники путешествия. Если время и деньги, но жизнь пошла. Денег нету. Ну как, они же получают пенсию. Ну, это малые. Это не моя. В общем, там у Голсуорса есть там одна дама такая, девушка, которая, она, в принципе, не нашла свою любовь, но она как бы, но она поняла жизнь, она и на компромисс очень пошла. Она вот наблюдает, как птички поют, она смотрит на красоту жизни. А что такое красота жизни? Вот картина. Она не понимает дорогих, не понимала дорогие картины. Потому что как можно запечатлеть то, что не, то, что не измеряется деньгами? Вот смотришь на, как у нас звезды на небе. Ну что, это же живое же на картину не променяешь, правильно? А там надо идти в помещение закрытое. Тебе говорят, это великий мастер нарисовал. Ты что, не понимаешь, какой здесь смысл? Дилетант. Это же ты что? Это же Пикассо. А там такие все, там уроды нарисованы. Но это стоит 7 миллионов долларов. Короче, эта девушка, она во все это, как говорится, игнорирует. Вот красота нам дана. Солнце, луна, звезды, небо, океан, деревья. Вот еще один. Hi, hi, Коля. Guten Abend, Soldaten. Wie heißt du? Du bist Partisanen. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Ты нам испортил весь кадр. Да, не важно. Это значит, это запрещенный знак на Украине. Это не запрещенный. Запрещенный. Это все. Нет, у кого есть по немножко в мозгах, что... Знак колорадского жука. У кого вообще, да. Россия использует это как пропаганду. Россия. Я должен в ноги поклониться 150 раз России, а потом больше уже тут рассказывать. Сам пришел Хай Гитлер. Нетаньяху, между прочим, сегодня вилла на параде. Нетаньяху, президент Израиля, вместе с Путиным сегодня венки возлагал на могиле неизвестного солдата. Ты видел, как... хорошо, ты видел, как писает комар? Нет, за Израиль, я хочу сказать. Слушай меня. Ты видел, как писает комар? О чем он говорит?
Но ты письку комара видел? А политика еще тоньше. Политика. Вот тебе Нетаньяху, все, вырубай. Политика. Я так, с... давай в другой раз. Я всю тему закрыл. Мишенька, в другой раз. Я тебя люблю. Мишенька, тогда 14 февраля у меня получилось очень хорошо на Вельветропе. Классно получилось. Все, я пошел. Я тебя люблю. Пошли перекурить. На двоих. Сейчас я возьму. А ты ж мне раньше говорил, когда я один. Ну, курица. Стой, пойдем вместе, сядь. Я пошутил, сядь, я вас... Две минуты. Ну я постою. Ты опять снимаешь? Нет, хватит. Мой дринк. Я вырубай, вырубай. Кто выпил мои дринки все? Признавайтесь. А, так мне же надо телефон, чтобы не пился. Давай.